Вы достаточно долго работали в Тюмени. А можете рассказать о том, знакомы ли вы с Евгением Владимировичем Куйвышевым? Если да, в каких обстоятельствах, как у вас складывались отношения? Я уже вам сказал о том, что вопросы, которые относятся ко мне лично, да, я комментировал только на первом нашей встрече. Ну, давайте сделаем исключение. Поэтому я... Ну, ничего не могу, к сожалению, в этом смысле вам еще прокомментировать. Ну, хотелось бы, конечно. То, что касается моей личной жизни, частной. Не, личная жизнь меня не интересует, а вот только взаимоотношения. Ну, два чиновника, меня интересует исключительно профессиональная деятельность. Вот я об этом вам говорю. То есть я вопросы подобные не комментирую. Каким бы образом я не прокомментировал ваш ответ, ваш вопрос, да, мой бы ответ был бы истолкован вами так, как вы это захотели бы. Поэтому таким образом. Хорошо, понял, спасибо.